Всем привет! Сегодня речь пойдет о Redmi Note 12 и о том, в чем обычно бюджетники обделяют. Периодически компания Xiaomi, да, последнее время довольно часто, она убирает очень важные для некоторых пользователей опции, либо прячет их настолько далеко, что найти их практически нереально. Итак, мы поговорим сегодня о клонировании приложений, ну и немножко поговорим о втором пространстве, так как периодически некоторые люди пользуются и этой опцией тоже. Если мы зайдем в настройки и наберем клонирование приложений, то не все смогут найти эту опцию. Вот я набрал клон, у меня есть клонирование приложений. Я захожу сюда, нажимаю создать, и он позволяет мне создать копии этих приложений для того, чтобы я мог ими пользоваться, заходя через другие аккаунты. Ну, как правило, Viber у меня на втором аккаунте, там еще некоторые приложения. Но в любом случае, у некоторых этой опции не будет. И что касается второго пространства, то здесь тоже второе набираем. И вот второе пространство он тоже находит, то есть оно есть. Но у некоторых его не будет. Почему у некоторых этого нет? Да просто потому, что вы обновили прошивку и Xiaomi убрали у вас эти опции из доступа. То есть они остались в телефоне, но они очень спрятали далеко эти опции. Найти эти опции можно через Activity Launcher. То есть мы заходим, нажимаем ОК, мы заходим в Google Play, набираем Activity Launcher, вот такое название, и скачиваем это приложение. После того, как вы его скачали, оно анализирует все приложения, в том числе и скрытые, и показывает вам, что можно установить. Например, нажимаем сюда клон, ищем клон, видим клонирование приложений, есть, запускаем. Вот, пожалуйста, клонирование приложений у нас открылось. То есть, если вы не можете найти через настройки, то можно через Activity Launcher. Второе пространство точно так же. Если даже так не находите, то значит Xiaomi вообще убрали эту опцию, не просто скрыли, а вообще убрали. Но, как правило, это редко происходит. В основном они просто скрывают. Так что вот так можно находить скрытые приложения для того, чтобы ими продолжать пользоваться. А Xiaomi, конечно же, большая неблагодарность за то, что они так некрасиво поступают. Всем хорошего настроения и, конечно же, где можно купить этот аппарат, по ссылкам в описании по лучшим ценам. Всем пока!